Украина всегда была самостоятельной, как и Россия. Мы всегда были вместе, мы дружили, мы общались. Испокон веков это была общая земля, общая территория. И в этом нет ничего сложного. Но сегодняшние регалии показывают на то, что Украина живет автономно. И нам не нужно ничего от Украины. Нам важно, чтобы она выполняла те международные законы по правам человека, по правам русского языка в Украине. Так как огромное количество русских, более 15 миллионов, живет на Украине, как и украинцев, более 20 миллионов в России. Нам нечего делить, мы должны просто дружить и общаться. Ни Харьков, ни Донецк никто не хочет забирать. Мы должны просто убрать границы и жить в мире и согласии.